Вот такое у нас продвижение идет по фундаменту. Арматура под ростверк 12. Под бетонка ростверка. Канализация разведена. Вот воды, вот электричество. Канализация до септика доведена. Можно делать опалубку ростверка. Гидроизоляцию плиты и начинать заливать. Септик, емкость под воду. Вот с этим пока еще не очень я понял, что это и как это будет утепляться.